Значит, мы моем лицо. Значит, обладает очень хорошим, очень хорошей работой по именно снятию макияжа и по обезжириванию. Значит, дальше вы можете снять водичкой или же снять с помощью хлорпексидина. Это значение особо не имеет. И в данном случае я буду снимать хлорпексидином, потому что у меня привычка работать с хлорпексидином. Значит, многие косметологи хлорпексидин не любят. Ну вот. Но мне очень нравится. Да, вот сушит, сушит. Вот. А, это вопрос был? Да, я думал, утверждение то, что сушит. Значит, нет. Я думаю, что не сушат, а не нравится, потому что они привыкли работать голыми руками. Хлоргексидин голыми руками, им не хочется еще раз брать. Хотя я не вижу никакой патологии в этом вообще, потому что мы никак на этого действовать не будем. Так, это мы сделали. Мы закрываем нашего пациента еще дополнительно да, салфеточками. Это достаточно таких будет сделать, чтобы просто гель наш не попал на шарфик. А если попал, то у нас было бы все очень аккуратно. Так, гель можно наносить палочкой, можно наносить гель, физиогель для УЗИ процедур. То есть для проводить? Да. Да. Биполярный гель. Значит, я не люблю закрывать все лицо гелем, но вот не знаю почему, но вот обычно закрываю какую-то часть, а потом наношу дальше. Может быть, потому что он на этих частях, да, которых не работаешь, он испаряется очень быстро. Сам по себе. Чего, в глаз попало? Нет. Ты попал или нет? Нет, да. Нормально? Угу. Ну вот, область вокруг глаз надо просто аккуратно наносить. Можно сделать толстую каплю, положить рядом, а потом уже, когда будете манипулы действовать, она будет туда разноситься.